Сейчас мы зайдем на улицу, которая называется Ад. А вот этот отель называется «Прихожая в Ад». Вот это «Прихожая в Ад». А вот эта улица – ад. Вот как люди веселятся. Я бы не стала жить в этом отеле или идти по этой улице, и то без молитвы не хочется.